Ребята, всех приветствую, клеим сперва среднюю часть в нише, потом я клеила в тот угол, а сейчас будем клеить с вами в этот угол, в левый. У меня клей Келит Оптима, он готовый, валик у меня, розовая серия, Уанзе, на палке, 1,30 м. Растушевываем готовый этот клей по стене. В основном валиком, а в углах кистью. Катаем его туда-сюда, чтобы была у нас тут пленка. Она будет блестящая, вы ее увидите. Раскатываю валик и катаю его туда-сюда. Сперва подальше от стыка, а потом иду на стык, чтобы стык предыдущий не загрязнить, не измазать этим клеем. Прокатала, ребята. Сейчас беру кисточку и кистью буду отводить. И вы также поступайте. Не теряйте даром время. Посмотрели видео и начинаете работать. Потому что у меня видео идут друг за другом. Как серия. Одно продолжение другого. Проклеили. Сейчас идем наверх. Обои я уже накроила на 3 сантиметра длиннее, чем надо. По ширине. Шире, чем надо. Ну и длиннее, и по высоте тоже. Я никогда не крою прям точно в размер, который у меня нарисован на стене. Забираемся, ребята, наверх. Вы идите за мной. Верх у меня всегда снаружи. Внутрь я скручиваю, чтобы, когда я буду разворачивать, ну, это логично, чтобы не загрязнить наружную часть клеем лишний раз. Сейчас отвожу кистью вот так и залезаю, вот у меня торчит, например, предыдущее полотно, туда залезаю тоже полусухой такой полумокрой кистью. Одеваю очки свои плюсовые, плюс 2 уже, 25, 45 лет у меня пошло уже. Плюс. Так. Разворачиваю свое полотно, ребята. И стыкую кромки. Состыковала я рисуночек. Тут штришки всякие у меня. Кромки придвинула друг к дружку. Немножко сейчас даже их отвела друг от друга. Вот так. Теперь беру свой шпатель 10-22 стайер и проглаживаю стык. Теперь иду в бок на угол и гоню верхнюю часть к углу, вертикальному и кверху. Выгоняю пузыри, выглаживаю клей. Угол у меня с излишком 3 сантиметра заходит, вот, который поклеен был. Буду резать по шпателю. Теперь уже по своей стене, которую только что я наклеила. Ребята, беру шпатель. К нему беру острый нож. Вот так ставлю. Вам видно чего? Ничего не видно вам. Тогда давайте так. Сейчас мы прогладим с вами, а потом я вас поставлю с другой стороны. Вы увидите тогда, повнимательнее смотрите. Тряпка. Кромки. Друг с дружком. Друг с дружкой кладу кромочки. Смыкаю рисуночек. На уровне глаз обязательно он должен у вас сходиться.
Если вы будете клеить, как я вам говорю, когда стена у вас длинная или короткая, любая, клейте с середины, отсчитайте количество полотен, сюда зайдете вот 3 сантиметра лишнее, и нарисуйте на стене. Но, ребята, у всех же высшее образование, математику, ну, как минимум в школе-то мы проходили. 3 сантиметра сюда сделали лишка, дальше 103,5 сделали и погнали штришками. И вы обрисуете стену, и середину, когда вот вы на середину уже нарисуете, клеите с двух полотен, а в углы пойдете. В углы всегда можно подрезать. Тут я как-то начала по-вашему, а почему с угла и так далее. Ребята, я так замучилась клеить, так их тянуть. Так ничего тянуть вам не надо будет. Понимаете, вы будете клеить только пол стены. Пол стены или полную стену вам состыковывать. Середина у вас будет красивая, в углы вы раскинете. Клейте, как меня моя малярша учила, когда мне было 38 лет, из ПТУ, из детдома, Фаина. И будет вам счастье. Так, заглаживаем в угол, как елка. Идем вниз, ребята. Стык. Смыкаем. Так, кромки подвели. Теперь вот так вот заглаживаем. И идем в угол, как дерево. И острой частью вот так заглаживаем, формируем уголок. Цельный. Я уж потерялась. Где у меня кусок, ребята? Вот он. Снизу. Пойдем, ребят, угол будете смотреть. Повторяем. Как надо делать угол? Смотрим внимательно. Берем шпатель и нож. Кладем по этой стене, которую только что наклеивали.